Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Oppo Reno 10X Zoom. Сейчас я покажу вам, как это устройство, точнее, как на этом устройстве спрятать какие-то видео, фотографии от посторонних глаз, скажем так. Ну, смотрите, на самом деле все весьма и весьма просто. Если вы зайдете в меню галереи вашей и нажмете и будете удерживать на пункт «Альбомы», он предложит вам задать пароль конфиденциальности. Нажимаете «Задать пароль», придумываете какой-то пароль, который отличается от пароля блокировки вашего телефона, а затем нажимаете «Использовать». Подтверждаете пароль, придумываете ответ на кодовый вопрос. Главное, придумайте, а не так, как я. Напишите каламбур, а придумайте действительно вопрос, на который вы будете знать ответ, потому что возможно, что вы забудете пароль. Такое иногда случается, и это нормально. И в таком случае вам нужно будет пароль сбросить, а для того, чтобы это сделать, вам понадобится знать ответ на вопрос. А если будет написан каламбур, то, естественно, ответить вы не сможете. Но аккаунт я все-таки советую привязать, HeyTap. Берете и привязываете аккаунт Google просто, и не паритесь. Точнее, не Google, а к аккаунту Oppo. Но я сейчас этого делать не буду, потому что дело не в этом. Надеюсь, вы вошли в аккаунт HeyTap. Я сейчас привязывать не буду, но вам советую. Затем нажимаете на галочку, нажимаете «Согласиться» и «Продолжить», а после чего вы здесь увидите, мол, изображений и видео нет. В правом нижнем углу нажимаете на плюсик и выбираете, какую картинку, какое изображение добавить в сохраненную, добавить в хранимую, в защищенную папку. Затем в правом верхнем углу нажимаете на галочку, и после чего вы сможете заметить, что из альбомов пропала картинка с горой. Этой картинки теперь нет нигде, и чтобы получить к ней доступ, вам нужно будет сделать следующее. Нажать и удерживать на кнопочку «Альбом», вписать пароль конфиденциальности, после чего вы увидите здесь ваше изображение и видео. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.